20 сентября в Казанском федеральном университете состоялся визит представителей Международного образовательного центра Пекин Тяньфу и директоров школ Китая. Участие во встрече принял проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов и проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. В ходе встречи проректор по внешним связям КФУ подчеркнул общие элементы татарской и китайской культуры, характерные для китайской и татарской музыки и пентатоники, а также представил краткую презентацию о Казанском университете, обозначил приоритетное направление, ознакомился с структурой вуза и китайскими вузами-партнерами. У нас активно развивается сотрудничество с китайскими университетами, потому что, вы знаете, есть программа совместно принятая у меня правительством, что 300 тысяч студентов, это студенты, должны быть, значит, обмен студентами между Россией и Китаем должно достигнуть К 2020 году 300 тысяч студентов. Международный образовательный центр Пекин Тяньфу занимается российско-китайским направлением в образовании. Поэтому в ходе встречи затронули и вопросы возможных форм взаимовыгодного сотрудничества между КФУ и учебными заведениями юго-западной части Китая. Обсуждались вопросы подготовки и обучения китайских студентов в Казанском университете, а также создания программ по обмену для преподавателей. Наше основное направление – это привлечение иностранных партнеров. То есть мы хотим, чтобы технологии и знания иностранных вузов и школ приходили в Китай. В ходе визита делегация посетит территорию деревни Универсиада, а также IT-лицей Казанского федерального университета. Диана Шилова, Лев Халиуллин, Универньюз.